Беспощадный демон неустанно ищет свою голову. Страшная легенда воплотилась в реальность. Легенда об ужасном создании, вернувшемся из ада. Легенда о всаднике без головы. Окончательно и бесповоротно приветствую вас, друзья! У аппарата Зоди, на аппарате Сонная Лощина, всадник без головы. Запасайтесь булками, готовьте лимонад, друзья, мы продолжаем играть в эту очень даже хорошую игру, и давайте исследуем вот это помещение. Я надеюсь, что мы здесь тряпку найдем. Так, два глобуса. Да что ж такое, глобуса найти не могу. Ага, один нашел. Так, ну я-то думал, глобусы будет найти легче всего. Ничего подобного. Ха, ну ладно, роза, чашка, звонок, подсвечник, метла. А, вот глобус. Отлично. Так, нет, это не подсвечник. О, подкова, отлично. Так, трубка, браслет, карта и варенье. А, варенье где-то я видел. Так, это не подкова, нет? Нет. Жалко, зато трубка нашлась. Так, браслет. Вот это, да. Шляпа и очки. Шляпа может быть, да, в коробке. А очки. Так, ну нужно просто искать. Искать активную зону. Есть. А лента. Вот это? Нет, это шарф. А ленту я не видел. Ленту я не находил. Может быть, вот это? Нет. А вот. Так, а зачем нам лента? Может, мы лентой сможем протереть картины? Нет. Так. Стоп, лента. Может быть, лента к манекену нужна внизу? Нет. А куда же нам применить ленту? Этого я даже как-то и не знаю. Может быть, лента и стекло здесь взять? Нет. Я думал, может быть, осколок стекла нужно подобрать. А, вот. Так, сюда что-то вставить. А, вот еще картина, кстати. Так, еще нужен осколок. То есть зеркало нужно просто отремонтировать. Ну, как отремонтировать? Подобрать все осколки. Так, картина. Но опять-таки, без тряпки толку от этого немного. Может, протереть как-то это? Нет. Лента. Так, осколка здесь нигде нету. Часами что-то нужно сделать, но я не знаю, какое время выставить, и, возможно, там еще чего-то не хватает.
Так, осколка больше нету на полу, нигде нет, не вижу я. Так, что-то где-то я пропустил, по-любому. Так, ну тебе нужна картина. Может, обратно выйти вообще? Может быть, где-то появилась зона поиска? Но здесь вроде уже ничего делать не нужно было. Так, ну похоже, похоже я в тупике. Я даже не знаю, что еще мы можем сделать. Куда бы применить ленту? Нет, по-любому в доме что-то. Может быть, я просто не вижу где-то осколок стекла? Может, он где-то валяется на полу, я не замечаю? Так, затуп. Затуп. Голова нужна сюда. Where are my letters? Так, этому нужны письма. Он нам ничем не поможет, пока мы не дадим ему письма. Нет, ну это точно не так. Что-то со временем нужно сделать, но я не знаю, какое время нам нужно выставить. Может быть, у нас есть какая-то новая информация полезная. Здесь явно кто-то занимался колдовством. Вот и мел, которым начертаны странные символы на месте преступлений. Похоже, что эта звезда нужна, чтобы всадник мог найти свою жертву. Кстати, да, мы часто ее встречаем. Так, нет, никакой подсказки здесь нет. Нет, ну так долго можно крутить. Так, давайте, наверное, возьмем подсказку, потому что что-то я реально в тупике. Сюда, ну превосходно, и что дальше? Что нам здесь делать? Мы починили вот эту штуковину, линзу поставили, ну а толку? В планетарии чего-то не хватает.
А больше ничего мы сделать и не можем, кроме того, что часы покрутить. Ну а что с ними сделать? Какое поставить время? Тоже ведь неизвестно. Стоп, а внизу часов нет нигде? Нету. Чтобы сверить время. Так, ну я реально в тупике. Что здесь можно еще сделать-то? Что это? Если подвязать штору, будет больше света. А нам свет нужен? Слушайте, я до этого как-то не додумался бы. О. Так, ну теперь мы знаем, что делать. Да, пришлось, конечно, воспользоваться подсказкой. Иначе сам бы я очень долго тупил. Я даже и не думал, что нужно со шторой что-то сделать. Так, это сюда. Так, и я знаю, куда это нужно применить. Вот сюда. Так, а что здесь нужно делать? Может быть, найти подходящие символы? Так, ну что-то я такого символа... А, нашел. Так. Теперь вот этот. Так, ну если я делаю правильно, то в принципе ничего сложного. Но если только я правильно понял, что нужно сделать. Да. Все правильно. Так, овальный ключ, это, по-моему, вот сюда его. Так, письма, да? Отлично. Стоп. Здесь можно было поискать. Давайте поищем сразу же. Что за бардак? О, вижу осколок стекла, кстати. Вот его мы, наверное, и получим. Веер, 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 где веер? Нашел. Держи. Thank you. Now back to the business at hand.
On that night, I threw a ball. Half of the town can confirm I was there. Do I look poor? Like I need to fiddle a will? Спасибо. Теперь о деле. В тот вечер я устраивал бал. Полгорода вам подтвердит то, что я был там. И разве выглядит все так, как будто мне не хватает денег? No, thank you. That's all for now. Your wife, may I speak with her too? На этом пока что все. А теперь мне нужно поговорить с вашей женой. Где мне ее найти? Well, she was getting ready for a walk. I'm sure she can't have gone far. Here, take this for finding the letters. Она недавно собиралась на прогулку, уверен, что она недалеко. И вот, держите, это вам за письма, благодарность. Часть портрета. Откуда ты знаешь, что нам он нужен? Я думал, вот этот портрет нам нужен. Нет? Ладно, часть портрета. А, часы, точно, я забыл про его часы. 7.15. Так, и что нам это дало? Зачем мы чистили картины? Мы просто их почистили и все, ничего не произошло. Может, какая-то кнопка где-то есть? Так, ну это странно. Да, это странно, мы просто почистили картины. Неизвестно зачем. Так, и здесь еще что-то нужно с манекеном сделать. Так, зонтик. Так, кукла Вудо. А где же она? Ладно, потом найдем. Ага, вот, спряталась. Так, черепушка есть.
Ага, волосы. Вот это точно на парик нужно. В смысле, на манекен. А, благодаря тому, что мы очистили картину, мы получили подсказку. Вот зачем это делалось. Угу. Судя по всему, правильно, если верить звуку. Так. А дальше. Угу. Какие волосы? А волосы даже непонятно какие. Эти. Ну это точно сюда. Не эти. Вот так, отлично. У нее еще что-то было такое отличительное. Сережки. Разве что. Ладно, вот это у нас кто? Вот это у нас ты, видимо. А что у тебя еще? Очки и орден. Ага, и платок. Так, вроде бы с тобой все. А дальше у нас идешь ты. Тоже очки. Какая-то медалька. Так, а прическа у тебя с бакенбардами какая-то. Да, кажется, правильно. Осталось у нас ты. Угу. Прическа, шляпа, ожерелье. Так, еще не все. Бантик. Так. Или прям все-все нужно разместить? Вот это сережки? Хорошо. Усы. У тебя есть усы, а у тебя другие. Угу. Ой, нет, не тебе. А, наоборот. Так, и розовый бант. Бант сюда. Еще одна часть портрета, превосходно. Нашли все, что нужно. Вот теперь все встало на свои места. Все, что нужно, мы здесь нашли. Превосходно. Ну да, один раз пришлось, конечно, воспользоваться подсказкой. Держи. Thank you. I hope I find him again in heaven. Here, take this.
It might come in handy. Спасибо. Надеюсь, мы найдем друг друга в лучшем мире. И вот, держите. Это вам пригодится. Ключ в форме звезды, который мы применим сюда. Опять кого-то убивают. Опять. Непрерывно. Непрерывно убивают. Пятая глава. И кого убили на этот раз? Давайте сначала осмотрим. Все. Ружье не заряжено. А взять мы его не можем, да? Руками прутья не разогнуть. А что там лежит такое? Непонятно. Так, а подковы? Давайте поищем подковы. Подкову что-то я не вижу. Нашел. Я ведь знаю, что должна она там быть, просто обязана. Это мы не с тобой разговаривали только что? Why me? What for? Why would the horseman want to get even with me? Действительно он. Почему я? За что? Какие счеты могут быть у всадника со мной? The horseman doesn't choose his victims. Someone is using his cursed skull to control him. They use chalk to mark the ones they want him to kill. And I found some chalk in your house. So try to think, who would want to kill you? Who has a motive? Всадник не выбирает жертв. Им управляет тот, кто смог заполучить его проклятый череп. Есть улика, мел, которым отмечал убийца неугодных. И этот мел я нашел в вашем доме. Теперь подумайте, у кого есть мотив убить вас? I need to think, but return my seal now, please, so that my good name cannot be marred with their dirty deeds. Над этим мне придется подумать. А пока что верните мне мою печать, чтобы никто не смог использовать мое доброе имя в своих грязных делах. Печать? Это, наверное, у него дома нужно искать. А, нет. Так, а 5 камней нам нужно, зачем? Кстати, обратно мы уже вниз не спустимся. Клетка. О, дробь. Так, камни. Так, пока что камней больше не вижу, но ружье, я думаю, можно зарядить. Стоит попробовать в другой последовательности. А, здесь еще правильно нужно заряжать как-то. Наверное, сначала прочистить ствол, потом загнать туда порох, потом загнать туда дробь, затолкнуть ее шомполом. О, это придется еще шомпол искать. И порох. Водосток сломан, да, часть его летает в воздухе, это я вижу. Так, мы сюда не зайдем. Нет, ключ нужен. Механизм для подъема ворот. А ну-ка, веревку сюда. Нет? А, я, кажется, понял. А, нет, не понял. Я думал, вот сюда, в эту сеть, нужно загрузить камни, веревкой соединить. И повесить все это как грузик. Типа того. Ну, похоже, что выбора у нас нет. Только сюда. Так, что-то новое появилось в дневнике, по-моему. Перчатка убийцы. К тому же женская и дорогая. Вся испачкана этим красным мелом. Проверить не могу, что... поверить не могу, что убийца женщина. И эти инициалы. Думаю, это инициалы Мэри Ван Тассел. МВТ. Угу. Где ты ее заметил? А вот. Решетка мешает достать до кнопки. Какая-то палочка нужна. Это шпилька. Может быть, мы сможем там замок открыть?
Свечи. Свечи, что можно сделать со свечами? Задуть их как-то, нет? Ну, пока что ничего. А, не хватает кусочка витража. Так, у колокола не хватает этой штуковины, чтобы звонить. А, веревку, может? Опа. Это что такое? Деталь. Какая-то деталь. Так, а мы шпилькой не дотянемся? Ну да, логично. Так, о, подкова. Превосходно. Так, а что здесь еще есть интересного? Станок. Деталь для него, может быть? Ну, пока что нам ничего не нужно на токарном станке делать. Цепь. Код нужен опять-таки. Фонарь погашен. А как тебя зажечь? Нам свеча нужна. Так, отлично. Это что? Деревянная шкатулка. А тебя можно как-то, может быть, открыть? Нет. Горящая свеча. Ну вот же свеча. Как тебя поднести туда к лампе, чтобы ее зажечь? Опа. Это что такое? Однако есть способ остановить всадника. Нужно вернуть ему его голову. И только тогда он сможет вернуться обратно в ад. Только так проклятие будет снято. Попробуем, конечно, снять проклятие. Так, здесь нужна фигурка. Что это? Телескопический механизм. Это не от него деталь, нет? Да. А что с ним теперь делать? Так, свеча. Сургуч крепко прилип к столу. А, нужно его растопить. Ну вот, свеча. Взять свечу, его растопить. Но что-то не то. Не хочет он так делать. А как тогда, бумажку какую-то поджечь или что? Даже не знаю, может сюда вставляется, нет? Так, камни у нас все уже есть, что нужно. Можно попробовать сделать так. Вот сюда камни? Нет? А, подождите, тут еще разные... Соединить ворота с подъемным механизмом. А, вот, вот так. А сюда, значит, груз. Так, а сюда теперь камни. И что? А, заблокирован он, получается, бочкой. Так, нам нужно бочку уничтожить. Стоит попробовать в другой последовательности. Другой. Наверное, порох нужно еще найти. Угу. Так, чем-то нужно разогнуть. Так, а порох мы здесь нигде не находили. Что со свечами сделать, непонятно.
Вот этим ткнуть можно, нет? Странно. Ножницы, кстати говоря, что-то нужно еще обрезать, где-то отрезать. Отрезать, обрезать. Так, порох. Мне нужен порох. Может быть, сургуч как-то выцарапать, нет? И зачем нам вот этот механизм? Может быть, это к нему, кстати, трубка с линзами? Вот это вполне может быть. Нам сейчас порох нужно найти. Уничтожить бочку. Тогда мы сможем пройти дальше. А что, если шкатулку попытаться ножницами как-то? Нет? Тоже нет. Так, стоп. А здесь что мы можем сделать? В камине горит огонь. И что? Бросить туда шкатулку? Оп. Я вообще-то пошутила. Реально сработало. Слишком горячо, можно обжечься. Шомполом возьми, нет? Ножницами. Да, твою ж дивизию. А чем теперь взять? Я в шутку бросил туда. Оно сработало. Видите, как бывает. Кочерга нужна какая-то. Так, область поиска нигде не появилась. Так, ладно, ребята, давайте мы на сегодня закончим уже. Спасибо вам большое за просмотр. Не забывайте подписываться на канал и ставить пальцы вверх. Как обычно, с вами был Зоди. Удачи, друзья. Встретимся в следующей серии. Пока-пока.